живем в Атланте, Америке. Вот сейчас поедем в Вашингтон за, ну, примерно 2000 километров отсюда. Будем пилить 9 часов сейчас подряд. Мы все решили заснять на видео, чтобы показать, как это происходит. Китаец проснулся. Да. Эй, китаец! Эй, чинис, гайз, шоу ап! Окей. Нет? Ну чё, нет, всё, ладно, будем выезжать. Давай. Так, вот мы готовимся. Вот эта машина, на которой мы едем, моего брата. Это моя машина, мне её надо немного отогнать. Закроем дверь и в путь. Это наш дом. Дверь открыта. Сейчас. Скоро поедем. Что-то мой брат тупит. Так, я заезжаю вовнутрь. Закрываю окна. Мороженое со звуком, как в фильмах. Пора закрыть дверь. Это наши соседи тут. Hey, big guy, how you doing? Good. Так, брат меня ждет, машина закрыта, все хорошо. Ну вот и поехали. Вот, давай. Это наш навигатор, выбирает там заданный маршрут. Он нажимает кнопку Go. Типа ехать. Что, все? Все, поехали. Сейчас все заедем на заправку. Ты что, звук отключил там? Нет, нет, звук есть. Все должно все быть. Так, это наша местность. Сейчас быстренько заскочим на заправку. Заправим бензин. Ну заправка близко. Ну что, как у тебя самочувствие? Я, короче, готов к этому. Я готов встретить врага любого на дороге. Так. Мы едем в российское посольство, надо забрать российский загранпаспорт. Правильно сказать, заграничный. Да, чё заграничный. За ебан выехал, да? Чё, братан, ты мне зальёшь 24 доллара. Сейчас, сейчас, сейчас. Ништяк? Да. Давай. Давай. Засними, я буду заливать. Ну хотя, ладно, можешь поставить паузу. Так, паузу-то ставить. Мы решили зайти купить попить. Самое нормальное. Ну, два за три, видишь? Где? 23,8. Где 23? На двери написано. А, ну давай, бери два. Какой хочешь? Синий. Давай, заплати сейчас. Я следующую дверь куплю. Ну, в общем, вот так вот это все происходит.
Так, ну все, мы купили попить. Все, поехали. Следующая остановка будет только жратва где-нибудь. Все. Нам сказали, что мы близнецы. Да, похоже. Блин. Что случилось? Ковры спал. Я надеюсь, это нормально. Слышал анекдот там в интернете, видел видео про то, как это чувак сидит на телевизионном шоу и говорит, типа, я хочу рассказать анекдот, но там скользкое слово такое есть. Его спрашивают, типа, какое? Он говорит, ну такое скользкое, не очень, жопа. Можно это говорить в эфире? Они такие, так ты уже типа сказал, ладно, давай, трави свой анекдот. Он говорит, ну давайте, тогда так. В общем, два пидораса ебутся. Ничего не понял. Нет? Ну да. Я ебаться. Да, да, да. Ладно, пусть. Мат потом запикаем. Вот. Это Америка. Атланта. Атланта Америки. Или Америка в Атланте. Как тебе больше нравится? Не знаю. Атланта в Америке. Ну все, следующая остановка – это наша еда. Так, сейчас такая вынужденная остановка. Очень охота поссать. Да, Саныч? Да. Идем в Wendy's. Будем это делать там. Просто заходим, сын, уходим или жрем тоже? Жрем, а ты ничего не хочешь? Так мы можем пожать в другом месте. А что, тебе не нравится? Нормально. Давай. Подожди, подержи, я тебе ботинки одену. Надо, чтобы ноги дышали в дальней поездке, поэтому башмаки лучше снять. Всем рекомендую. Так, короче, смотри, суть такая. План. Быстро, а пожрать только. Я захожу, ты зыришь, я иду в туалет, понял? Зырю что? Не знаю, что я зырю. Ну что, мы снимать будем там? Ну да, наверное, только попозже, там сейчас это, сделаем все дела. Так, это американский сортир. Вон тут всякие двери. А, да, картины на стенах. Пальма. И вон. Само дело. Мы сделали дело, но это снимаем так, чтобы показать всем. Ну все, идем в этот. Сейчас идем в Wendy's, будем есть. Идем хавать. Какой, знаешь, что тут нормальный? Да я забыл, честно говоря. Да? Давай. Купили два сэндвича. Короче, это чизбургер. А ты что взял? Я взял чикен филе. Да. Острое. Тут, короче, местности черных вообще нет. Тут их пиздят. Тут не любят. В этом штате или просто в этом? В этом районе. Короче, все и деревня, короче. А ты откуда знаешь еще? Я по разговору слышу. Деревня. Что, кто-то подсказал, я пиздил черного вчера или что? А я уверен, мне это скажут. Слышишь, как они разговаривают? А, у них тоже есть камера, я видел. Где? Да, вон в руке было. Так что ничего не будет, то, что мы снимаем, это нормально. Ладно. Чё? Посмотри, там, где курсик зарежешь. Картины, которые... Да херню показывают, вот чё. Воу, кстати, американский показывает. Я пойду покажу. Окей. Давай, ты пока контролируй сэндвичи, чтобы их никто не упер, а я пойду посмотрю, что по телевизору. Та-ра-ра-ра.
так, по телевизору у нас американский футбол, это же Америка. Я разрыва. Че, взял? О, круто. Все, давай ставь. Ну все, мы едим и отправляемся дальше. Итак, вот все, мы отправляемся из этой местности. Там вот какие-то фуры, лес. Санчет. Ну что, все, в путь дальше. Мэндис. Дальше в путь на Вашингтон. Где там это? Recalculating. Almost. Собаки название Дикси. Дикси, 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 где Дикси? Нет, что такое Дикси? Дикси деревенщина. Нравится? Ты уверен? Да. Это что там, где музыка? Только не громко, потому что... Ну, хотя, ладно. Все, дальше на шоссе и в путь. О, кстати, да, я хотел это выторчить камеру, чтобы было видно нормально. Из окна, не из окна машины. Как вот. Так и есть.
еще ехать. И там, кстати, темно, там тучи какие-то. Возможно, это будет дождь. Ими небо. Какое тучи какое-то. Небо здесь? Так-то беспонтово, нахер я ее снимаю? Чего интересного? Просто корова, пластиковая. Ты даже меня снимать не хочешь. Так я снимаю местные. Я все снимаю. Кажется, чуть-чуть, все понемногу, все по чуть-чуть. Давай-давай, дерни по правому ряду так, чтобы шуба завернулась. Нет, я не тебе, я не Критос, там едет это, полиция впереди. Я хочу за ним поехать. Такова остановка очередная. Причина тоже самая. За нее. Причина как бы может звучать не особо важной, когда просто, но когда ты едешь, она становится очень назойливой. Да, точно. Да, вот это всякая плаза тут. Ну все, Арбис, Вендис, Макдональдс, Бургер Кинг, Сабвей. Хуль. Вот так. Так что вот. Че, куда? Где ты хочешь поспать? Вендис, Макдональдс, Вафл Хаус. Ты хочешь поспать? А тут что-то это, у них туалет, по-моему, нет. Вендис. Вон, пошли вон, фудбар нормальный. Где фудбар? Вон, там и купить фудбар. Ну давай, пошли. Так, фудбар. Не забудь, кстати, этот убрать, навигатор. Да, конечно. Oh, you're beautiful. Thank you. Look at each. Ну я все записал. Всякие роднеки. Есть, да, смотри. Да, я вижу. Что за нас? Ну что ты с другой стороны подъехал? Это тоже не исключено. Это что-то какая-то, это, кластер fucking or something. Везде все торчат. Какая-то тусовка. Какой-то урод что-то продает прямо с... Вообще эта херня, там, recalculating. Drive 2.3 miles, then turn right, recalculating. Что за движуха тут? Drive 0.3 miles, then turn right. Эй, мы прямо сюда, здесь же не это, не disabled zone, да? А я откуда знаю? Нет, здесь нормально. Я сейчас это одену тут красочи, и мы идем сразу же. Побыстрее, я уже терпеть не могу. Да, подожди ты. Ты можешь, кстати, стать бутылкой. Покажи, что ли? Чё? Всё. Чё? Запись закончена, я пошёл. Откуда ты внутри? Туалет, к сожалению, очередь. Саня, видимо, придётся стать бутылку. Не понимает. Пошли в это. Пошли в Макдональдс какой-нибудь. Давай попить купы. Давай. Пиво. Я шучу. Эта ситуация, она была нудна. Я, короче, я могу... Суть такова, я могу занять очередь. Короче, баба или парень ушел туда, сейчас посмотрим. Ладно, я пойду займу очередь. Давай, стой. Давай, это там проверь, что там. Yeah. Давай.
на все убить. В следующую очередь. Что там, кто-то есть? Да, там мужик. Я обошел на убить. Давай. В машине. А, вот такая вот тусня. Вот такая тусня. Мы решили сесть и отдохнуть немного. Вот такая ситуация происходит на стоянке. Движуха. Вон там наши машины. Хорошо снимать. Да? Ну, за сколько заснял? У нас фильм будет 3 часа длиной. Итак, отправляемся из этой дыры. Эй! Чё? Бутылка! Путь продолжается. Темнеет, блин. Это дерьмово. Очень. В дождь не попали, но в темноту попадем точно. Что за лепчина? Надо что-нибудь такое пободрее. О, смотри, ты бичи, да? Вот он, красавчик. Блин, пободри. Если что-то заснять хочешь, надо сюда ехать. Да. Вот, поедем с Рохом. Turn left. Суть такая. Наше путешествие продолжается. Осталось до времени прибытия. 6 часов. Время прибытия наше в 1:08 ночи. А сейчас у нас на часах 7 часов вечера. То есть сколько? 1:-7. 6. 6? Да нет. 6. 6 плюс 6. 4. Плюс 1. 4 нет. Короче. 6 часов. 6 часов. Так, что-то там какая-то движуха наступила на дороге. Какой-то инцидент. Мы это сейчас заснимем. Так. Непонятно, еще раз смотрим. Полиция. Медицина. Скорая помощь. Так. Трейлер. В общем, ничего такого сверхъестественного, просто немного движухи. Итак, мы продолжаем ехать. Ночь. 9:30. Достали пробку. Разумеется, кучу моментов мы пропускаем, потому что ничего интересного не происходит. Просто едем. Ну вот пробка случилась. Это должно быть интересно. Каким-то образом. О, поехали. Задвигались. Ну все. Ехать еще осталось нам 5 часов. Всегда 5 часов. Мы 2 часа назад смотрели, было 5 часов. Думаю, сейчас 5 часов. Так что вот эта херня происходит. Так, мы продолжаем наш путь, и вот мы попали в супер дождь.
Очень неожиданно. Все еще едем на дороге. Таня ведет. На тень. Продолжаем наш трип, нашу поездку. Мы едем заправлять машину. А? Это так, комментирую. Дождь все еще хлещет. Пиздец, как хлещет. Блин, это что, какая-то паника? А? Заправка. Кусок дерева придет в дворник. Да, точно, кусок дерева в дворник. О, Макдональдс тут же. Я пойду себе что-нибудь попить, пока куплю. Не хочешь бежать по бургеру с маленьким? Нет. Надо ехать. Времени нет. Я хочу спать. Так, а что мы это жрать-то будем? Пока... Едем в час. Мы там, мы уже где-нибудь, когда будем... А там будем... нету негде жрать, сразу скажу, я там уже был. Мы на подъезде туда, позже. Сейчас надо ехать. Ой, ладно, пойду, я скажу. Давай. Так нас остановила полиция. Вот она сзади стоит, моргает. А, выключилась. Получили спид-тикет за скорость. Да? Ладно, едем дальше. Так, подъезжаем к какому-то городу. Осталось ехать всего до гостиницы час. Устали дико. Спать. Уже дохерище пути. Это ночной город. Че это непонятно? Какой это город? О, какая-то церковь или что это? Какое-то здание. О, пашка гигантская. Мы едем ночью, поэтому видно стрёмно. Ну и что делать? Такова жизнь. Ладно, скоро мы будем уже в гостинице. Музыка тусовая тут, короче, радио очень много. Да, радио немного получше, это правда. Итак, мы прибываем в нашу гостиницу. Arriving on destination and to the right. Сейчас у меня план такой. Мы переночуем ночь. И потом... едем в Вашингтон. Куда я пошел? Он пошел. Куда? Все, мы перепарковали машину. Разгружаемся. Я беру ноутбук. Вот, идем, гостиница. Хе.
Так, 120, 220, 130. Сейчас мы увидим нашу халупу. О, как в игре Doom. Только надо ружье, чтобы твари лезли из всех щелей. Все, давай уже располагаемся. Кто перепакует? Кого? Работают тачки? Нет, работают. Вот наш номер. Даже есть будильник. Телевизор. Надо легко, давай я перепакую. Там душ. Ладно, сейчас. Бля. Вот это наш номер. Ну вот и все. На этом сегодняшний день закончим, продолжим завтра.